вечер, дамы и господа! Команда КВН «Утомленные солнцем» поздравляет любимую игру с 55-летием! Александр! Подожди, Сережа, секундочку, подожди. Саша, что происходит? Я хочу хорошенько запомнить лица людей, сидящих в первом ряду. Зачем, Саша? Среди них точно должен быть преемник. Ну так вот же он, Сан Саныч Масляков. Слава, да, Слава, продолжай жить в своем мире. Ребята, я предлагаю скинуться на подарок Александру Васильевичу. У меня есть подарок. Песня. Какая? Специально для Кремля, социальная. Полина Гагарина «Кукушка». Это понятно, а песня какая? Виктор Цой «Кукушка». Пенсий еще не полученных сколько, скажи, Кукудрин. Пропой. Лена, какой Кукудрин? Ну, Кукудрин, который Путина по финансам консультирует. Что-то я разволновалась, Кремль. Ребята, ну какие пенсии? КВН «Молодежная игра». Встречайте. КВН пришел поздравить самый популярный политический блогер России. Рамзан Ахматович Кадыров. Ассаламу алейкум. Спасибо. КВН с юбилеем, поздравляю, да. Хорошая передача, да, мне нравится, да. Александр Васильевич, да. Поздравляю, с юбилеем вас. Нравится передача ваша, очень хорошая передача для вас. О, есть один момент, не совсем согласен я тут с вами. О, вот вы здесь, ваш сын там, в зале. Ну, не совсем правильно, что младший сидит, когда старший стоит, да. А будущим предлагаю наоборот что делать. Вы здесь должны сидеть, он там должен стоять, да, вот так лучше, да. Ладно, с юбилеем вас, с юбилеем вас. Какая хорошая. Меня в последнее время очень много спрашивают в связи с этими выборами США, да. Я сразу говорил, выиграет Трамп. Я даже не сомневался, что он эту Хиллари будет уфью, салам алейкум, трампам-пам делать, да. Вот эта тема вот сейчас популярная очень, которая, это покемоны ловят, которые ездят, да. Значит, Владимир Владимирович, я вам официально заявляю, на территории Чеченской Республики ни одного покемона нет, я выловил всех. Так что предлагаю в следующем году КВН делает у нас в Чечне, в Грозном, приезжайте, все будет капитально, досконально, оригинально, феноменально, это да. И вот этого, который меня копирует, этого Галустяна, с собой берите, я ему ноги поломаю, на руках носить его буду, да. Да, спасибо. Так что, как говорят вот эти КВНщики, это ни пуха, ни пера, да, ни денег, ни машины, как они живут, я не понимаю. Давай, поехали, делай. Ну что, поехали, так поехали! Любви все возрасты покорные. Осень, Москва, ресторан. Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше 40. Как обещал, Москва, вино, зелень, ешь. Сначала в Инстаграм. Ух ты, по 100 грамм? Молодец, давай. Да. Стопы не ешь, мне нужно сначала это выложить. Насколько я знаю, в жизни совсем наоборот. Сначала ешь, ну а потом... Ну ладно. Любимая, а что за праздник? У меня сегодня день рождения. Вау, что ты мне подаришь на день рождения? Красивый развод. А что ты хочешь? Я хочу 7-й айфон. Я же тебе уже дарил 7 айфонов. Да, но среди них нет ни одного 7-го. Опа, подожди. Как это среди 7 айфонов нет ни одного 7-го? Что у тебя по математике было?
Или ты хочешь... А, ты хочешь, чтобы я тебе подарил 8-й, да? Мафи, Сереж, 8-й еще не вышел. Может быть, ты хочешь, чтобы я с андроидом ходила? Не будешь ты с ним ходить. Я ему сейчас позвоню. Кому? Андроиду, Кончаловскому. Я его знаю. Он что, думает, у Высоцкого жену увел, и у меня можно, что ли? Так, знаешь что? Прежде чем расстегивать на девушке платье, научись застегивать ей пальто. Знаешь что, Мариночка? Не забывай, кто тебе кости в будку бросает. Ладно, поехали покупать 7-й, 8-й айфон. Я люблю тебя, Сережа. Пальто застегни, пошли. Для многих результаты выборов президента в Америке стали неожиданностью. Мы же в Краснодарском крае знали об этом еще летом. Доказательства. Внимание на экран. Поехали. Хиллари, ты лезешь в политику? А? Жители Америки сидели и ожидали. Но время пришло, страшный голос раздался. Простите, Хиллари, мы сделали все, что могли. Но Трамп оторвался. Как видите, КВН в очередной раз предсказал будущее. Хотите знать будущее? Смотрите КВН. Ну а мы продолжаем. Секретная военная база США. Америка решила собрать всех своих супергероев и захватить мир! Господин генерал, все в сборе! Мы готовы захватить мир! Похвально, но для начала мы захватим Россию. Почему Россию? Потому что будет обидно захватить весь мир, а потом, как всегда, отхватить от России. Итак, представьте, пожалуйста, кто в нашей армии. Капитан Америка, да. Железный человек, ага. Человек-паук, угу. Супермен, неплохо. Женщина-кошка. А это кто? А это женщина-старая кошка. Всем стоять, мордой в пол! Это же Бэтмен! Какой нахрен Бэтмен? ФСБ-Бэтмен! Я ФСБ-Бэтмен! Вы никогда не сможете захватить Россию, понятно? Сможем. У нас в Америке есть Супермен. Он не жалеет себя и помогает городу. А у нас в Сибири есть Супермэр. Он не жалеет город и помогает себе. А у нас есть Джек-потрошитель. Он вас выпотрошит. А у нас есть Джек-потрошитель. Он вас выпотрошит и высушит. А у нас есть Человек-орел. Он появляется ниоткуда, хватает тебя и уносит на край света. А у нас есть Человек-козел. Он появляется из ниоткуда, берет твою машину и на штрафстоянку, но потом хрен найдешь. Да-да, я через МРЭО пытался штрафы оплатить, потом... Неважно, что у тебя! А у нас есть всадник без головы. Он без головы скачет на лошади. А у нас есть хирург. Вот такая же фигня, только на мотоцикле. А у нас есть собака Баскервилей. А у нас Панин. А у нас президентом стал Трамп. Ну, и где спасибо? Да, верно. Мы никогда не сможем захватить эту планету, пока у них есть такой президент. Александр Васильевич Масляков. Да-да, Слава, продолжай жить в своем мире. Александр Васильевич, обычно в конце выступления команды говорят какую-то заготовленную мысль или шутку. Но мы сегодня со всеми ребятами хотим сказать вам слова благодарности и вручить вам небольшой подарок. Александр Васильевич, дорогой вы наш человек, за то, что в следующем году нашей команде КВН «Утомленные солнцем» исполняется ровно 20 лет. Мы хотим сказать огромное спасибо за те эмоции, которые вы нам подарили. Мы обожаем вашу игру. Искренне. Мы хотим вам сказать большой привет от наших родителей, от моей мамы лично. Огромное спасибо, Александр Васильевич. Огромное спасибо. У меня просто чувства переполняют, я не знаю, что говорить даже. Александр Васильевич, мы хотим вам просто сказать низкий поклон от всей нашей команды КВН «Утомленное солнце». Вы знаете, как мы вас любим. И мы знаем, как вы нас любите. Команде КВН «Утомленное солнце». Иди сюда, Леночка, быстрее. Лена сама очень хотела давно сказать, что любит вас. Александр Васильевич, спасибо вам большое. Скажи быстрее. От мамы привет тоже. От мамы тоже привет, Александр Васильевич. И в знак благодарности мы хотим подарить вам этот небольшой подарок.
песня. Поехали! Я давно уже, наверное, повзрослел. В мире юмора давно собаку съел. И шучу, не дожидаясь 30 секунд. Но лишь только в КВН вернусь, как вдруг снова чувствую, как в юности испуг. И в груди моей опять безумный сердце стук.